В 80 километрах южнее Самарканда, за высокогорным перевалом Тахта-Карача, находится один из самых красивых и колоритных городов Узбекистана – Шахрисабз. Независимо от того, в какое время приехать, он предстает перед путешественниками как огромный зеленый сад. Взирая на его ухоженный современный вид, не скажешь, что ему 2700 лет, и что он играл значительную роль в истории Центральноазиатского региона. И сегодня городок стремительно развивается, совершенствуется инфраструктура. Реализуются проекты по созданию современной сети туристических услуг. Вводится всесезонный горнолыжный комплекс. В прошлом году Шахрисабз посетило более 19 тысяч иностранных и свыше 180 тысяч местных туристов. И тенденция роста имеет все предпосылки для продолжения. Мираки – туристический центр Шахрисабзского района. Здесь ведутся масштабные созидательные работы, в рамках которых до сегодняшнего дня реализовано 153 проекта на 201 миллиард сумов. В частности, на берегу Карадарьи возведен современный объект для отдыха, на что было направлено 2 миллиарда сумов. Он состоит из гостиницы на 40 мест, 10 кемпингов на 10-15 мест каждой, плавательных бассейнов, сауны, точки общепита, компьютерных помещений. Тем самым в течение одного сезона здесь могут отдохнуть более 1000 туристов. Подобный объект построен и другим предпринимателям. На 240 гектарах туристического центра в Шахрисабзе реализуется 48 проектов. Один из современных объектов возводится, к примеру, на 18 сотках земли. Стоимость проекта равна 5 миллиардам сумов. Половина этих средств – банковский кредит. Здесь поднимают 6 кемпингов, 4 террасы, столовую, автостоянку и другие сооружения. В ближайшие дни мы сдадим в эксплуатацию данный объект. Он будет состоять из 25 кемпингов, гостиниц и ресторанов. Мы очень рады тому, что вносим свой вклад в строительство туристического центра в Шахрисабзе, что значительно увеличит число туристов, появятся новые рабочие места. Кроме этого, переводятся в практическую плоскость перспективные решения, вобравшие в себя две гостиницы на 1100 мест, три хостела, еще столько же ресторанов, торгово-развлекательный комплекс и канатную дорогу протяженностью 1 километр 700 метров. На возведение одного из современных объектов направляется 38 миллиардов сумов. Строительство туристического центра в Шахрисабзе создает для нас, предпринимателей, очень большие возможности, а значит, расширятся современные условия в этой сфере. Мы через аукцион приобрели площадь почти в 2 гектара. Будем строить гостиницы, гостевые дома, современные кемпинги. Нам предоставляются налоговые и таможенные льготы в этом плане. Также оплату по лоту мы можем в течение 10 лет производить по частям. Мы очень рады этому и будем стараться создавать самые благоприятные условия для туристов. Ремонт 30 километров автотрассы Чирокчи-Шоркудук, а также Хсарек-Гылон и Хсарек-Сарчашма еще более увеличат поток туристов. С привлечением специалистов из Германии разработан мастер-план 240 гектаров площади туристического центра. В рамках двух его этапов будут реализованы инвестиционные проекты на 117 миллионов долларов. 12 из них на 65 миллионов долларов будут осуществлены до конца этого года. Государство полностью обеспечивает их инфраструктурой, для чего протянут 28-километровую электрическую линию высокого напряжения, проложат на протяжении 89 километров трубы питьевой воды, построят на расстоянии 16,5 километров канализационную сеть. Также проложат 28-километровую оптиковолоконную сеть с подведением интернета и линии связи. На состоявшемся под председательством президента 3 июня этого года в виде селекторном совещании по мерам улучшения туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов на туристическую инфраструктуру Шахрисабза направлено 30 миллионов долларов. Также в Шахрисабзском районе акционерным обществом «Узбек Гидроэнерго» с участием китайской компании ведется строительство 3 микрогэс общей стоимостью 79 миллионов долларов, 55 миллионов долларов из которых кредит Азиатского банка развития. Они позволят в будущем вырабатывать 24 мегаватт-час электроэнергии, что послужит бесперебойному обеспечению ресурсом туристических объектов.